Сегодня хочу вам рассказать о большом удобстве, таком большом плюсе, как сидение автопилот. Автопилот — это как бы, ну не знаю, кто не ездил, рассказать невозможно. Это как вы ездите на подушке, на большой, мягкой, теплой и уютной. Вот есть разные, вот видите, выше ниши регулировки. Это в стандартных сиденьях. Вот такой тут гидрорычаг. Ну, это регулировка другая. Выезд. И что самое большое и удобное, вот регулировка. Так, подержу, чтобы... Регулировка веса. Вот видите, сейчас выставлено на 110 килограмм. Выставляете на свой вес, чтобы вас не бросало, чтобы вас не подбрасывало, чтобы не жестко было. Это обо всем немцы уже продумали до вас. Вам остается только получать удовольствие от езды. Есть разные регулировки, рычаг переключения, включения. Так что, если вы хотите получать от работы удовольствие, чтобы не страдала ваша спина, очень мягко все это, не знаю, я бы сел, но не поймете, это надо, чтобы я показывал, а кто-то снимал. Но суть в том, что выставляется сиденье так, что вы плывете, не ощущаете никаких неровностей, ударов и всего такого. Если вы себя бережете, покупайте себе автомобили с автопилотами, либо отдельно сиденье автопилот. Оно стандартно становится на ящик тут. Шасси одинаковые, что такое, что такое. Так что вот такие вот короткий обзор сиденья автопилот.